Добрый день. Сейчас мы хочу попробовать сделать пасик. Ну или ремень приводной. Я отложил внешний радиус ремня. Вот. Внутренний процарапал. Прорезать я хочу вот таким приспособлением. По сути, козья ножка, только в нее вставлен ножик. Процесс медленный. У нас получается довольно неплохо. Так, давайте возьмем просто побольше ножек. И теперь просто дорежем.
для узкого схватить решено. Ничто, вот это мне подойдет. О, наверное, лучше даже уже не вот так, а снизу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот делать надо осторожно. Почти в самом конце. Практически в самом конце. Опа, и все испортил. Ладно, посмотрим сейчас. Так, как ведь вырезали. Так, теперь прорезаем второй. Вот она раз, как-то и дернулась. Резина неоднородная.
Так, вот оно в основном прорезано. Извиняюсь, я там с краешку. Ну вот, что у нас получилось. Так, сейчас подровняю чуть-чуть снаружи, сейчас пауза, посмотрим в действии. Ну, как вы видите, все работает. Единственное, по-моему, я ошибся с размером. Надо еще меньше было делать длиной. Ну, как раз у меня вот остался круг. Сейчас я... Ну, не сейчас, я еще один срежу. Вот. А, и пришлось что сделать, видите, чтобы он, ну, снаружи шире, снутри тоньше. Это просто на обычном точиле. Правда, лучше делать где-то на улице или где с вытяжкой. Ну, пыли много летит вот этой резиновой, но очень хорошо точится. Ну, как вы видите, все работает. Об агрегате, об этом отдельный разговор, когда начнет работать, он пока еще не работает. Ну, вот. Ну, важный шаг уже сделан для работы. Все, технология рабочая, можно делать пасеки. Потому что, ну, сложно бывает найти, но нужно, вот я вот раз и ошибся, купил, если там снова ехать, куда-то покупать. Сейчас вырежем другой, и все будет хорошо. Благодарю за внимание, всего доброго, удачи!